четверг в A1 кафе собралось действительно невероятное количество людей, потому что гостем проекта A1 Music Live стал Нел. Кроме того, Нел праздновал в эфире вместе с нами свой день рождения. У меня был один прямой эфир давным-давно, но мы очень серьезно к нему готовились. У нас был концерт полностью живой звук, то есть не под минуса, а под живой звук. И мы очень сильно готовились, нам было реально по типа 18-19 лет. Мы вот так вот тряслись на этом прямом эфире, но как-то еще до конца не понимали, насколько это серьезно, как бы и важно. Поэтому, ну вот осмысленный мой сольный, это первый прямой эфир, да, правда. Я правда очень волновался, потому что один новый трек, который я исполнил вчера, собственно, в свой день рождения, всю ночь я сидел и доделывал на студии. Он еще не был готов для показа, я доделывал и волновался, что что-то может пойти не так, но все было круто. В прямом эфире Нел презентовал новую программу, ну и, конечно, исполнил старые добрые хиты. Кроме того, поддержать его на сцене пришел СТ. Его уговаривать не пришлось абсолютно, он всегда рад меня поддержать, я его тоже, за что ему большое спасибо. Если честно, открою небольшую завесу тайны. Мы хотели презентовать еще сегодня еще один новый трек с ним, но, к сожалению, из-за временных рамок просто не получилось. Но вот вам пища для размышления. Новый трек с СТ скоро будет. Ну и даже это еще не все. В этот вечер гости A1 кафе и зрители телеканала увидели совсем новый клип Нела 10 лет назад. Была необходимость как-то обыграть вот эту идею 10 лет назад, как, собственно, песня называется. И мы думали, там может создать там какую-то атмосферу 80-х, 90-х, там с усами в таких кофтах, я не знаю, там с синтезаторами. Но потом это все отмели и пришли к выводу, что самое крутое, что можно придумать, это камера 10-летней давности. Просто взять ее и пойти снимать. Додумали эту историю, и мы реально просто взяли камеру и пошли снимать. И вот так все это получилось. Мне кажется, это, ну, вышло реалистично, чертовски добро. Я не побоюсь этого слова, потому что я сам смотрел этот клип и вот так вот умилялся в моментах. Какие мы милые! В общем, мне он нравится, обязательно посмотрите на A1. Yeah, wow. Ну, конечно же, какой день рождения обходится без торта? В конце программы мы преподнесли для Нела сюрприз – торт от A1 кафе. Одним словом, праздник и эфир удались на славу. В следующий четверг гостем проекта A1 Music Live станет 5 плюх. Так что приходите на съемки, вход свободный. А также ищите фото и видео с эфиров в Instagram с хэштегами A1.